В четвертый раз лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники стал председатель Самарской губернской думы академик РАН Геннадий Котельников. Высокие государственные награды в Москве вручил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Никогда не бывает созидания или изобретения быстрым. Это всегда плод размышлений, плод авторской работы. Все созидательные программы, они всегда и научные, и технологичные. Поэтому сегодня, вручая премию правительства области науки и техники, для меня огромная радость сказать спасибо вашим трудовым коллективам. Тематика научной работы коллектива авторов под руководством спикера регионального парламента чрезвычайно актуальна. Она связана с внедрением в практику индивидуальных эндопротезов, произведенных Самарским государственным медицинским университетом. Обычно медики проводят целый ряд оперативных вмешательств, подгоняя пациента под эндопротез. Мы сделали все в обратном направлении, используя 3D-моделирование и все новые подходы. Мы сделали, что эндопротез заранее готовится к каждому персонально больному. А это же импортозамещение, это раз. Сейчас же мы эндопротезов импортных практически не получаем, это раз. Во-вторых, это технологический суверенитет страны. Такие эндопротезы уже получили около 1200 больных. В результате их применения на треть уменьшилось число осложнений. Виктория Шарая, События.